Вооруженные люди ворвались в здание Ивановской областной думы. Захватили заложников, выдвинули противоправные требования. Такова легенда совместных командно-штабных учений «Гроза-2018». После сообщения на пульт дежурного на части Октябрьского района областного центра немедленно ввели режим контртеррористической операции. К месту происшествия были выдвинуты все силы – ФСБ, полиции и Росгвардии, а также спасатели и военные. После переговоров, организованных оперативным штабом Ивановской области, условные злоумышленники сдались. Жертв удалось избежать. Силовые ведомства и дежурные службы сработали слаженно, получив положительную оценку.